Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмиш Плей, меня зовут Иван, а мы с вами продолжаем прохождение «Привет, сосед 2». Вот эта женщина у меня в прошлой серии украла кнопку, я пытался найти кнопку, помните, я не мог ее найти, смотрел на ковер, а потом я, когда вот сейчас пересмотрел немножко, что я там записал, я понял, что я, блядь, ее нашел не в ковре, я нашел эту кнопку в часах, а в ковре была часовая стрелочка. Я забыл это через 10 минут после того, как сделал. Просто какой-то кошмар. Я же кнопку взял вот здесь непосредственно. Вон она лежит на месте. Надо немножко пошуметь. Эй! Эй! Эй, иди сюда. Иди сюда давай. Ее надо выманить оттуда, ее надо оттуда выманить. Я ж прям прыгаю. Что, ей пофиг? Эй! Ага, погнали, погнали. Давай, давай, за мной, за мной, за мной, сюда иди. Ага, 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 ага. Мне просто надо успеть вставить эту штуку сюда. Вы же знаете, как это происходит. Она же сюда сейчас придет. Так, у нас 15.76. Давай. 15.76. Давай ключик сюда! Есть! Валим, валим, ходу, 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 ходу. Есть ключ. От чего это ключ, интересно? Как дважды два? Завершите второй день. Окей, я завершил второй день. Ключ от чего? От чего я ключ нашел? Хорошо, смотрите, сейчас расскажу немножко свой это, план какой-то. Я завершил серию, пересмотрел немножко, что я записал. И хорошо, что я увидел, что я нашел все-таки этот ключ не в ковре, а в часах. Я, собственно, серию-то снимаю сразу же, поэтому, к сожалению, комментарии со второй части я пока не увижу. Поэтому вот третью серию сейчас сниму, а потом я буду, соответственно, их выкладывать и читать ваши комментарии. Поэтому, если какие-то вы советы мне напишите, я их увижу только в четвертой. Ну, отреагирую только в четвертой серии. Скорее всего, это ключ будет от дома. От дома соседа. Насколько я понял, вообще это музей какой-то, но это, походу, здесь будет обитать сосед, потому что он же должен где-то прятаться, правильно? Он же должен где-то прятаться. Я в прошлой серии сюда зашел, взял эту лопату, кстати, которую тягал сосед, который бил меня по голове. Спокойно. Я пока не буду даже приседать. Так, это ключ не отсюда. Я хотел осмотреться здесь, в этой комнате. Я хотел осмотреться в этой комнате, потому что я тогда зашел, просто взял лопату и ушел отсюда. Пошла какая-то страшная музыка. Это же дом мальчика с машиной. Это дом тот, который за забором какой-то. И еще какой-то дом. Подожди, а это не случайно не этот дом, в котором мы сейчас находимся, здесь должен быть? Ага. И ставим сюда, да? Ну, конечно. Все. Было три куклы, сейчас нам нужно найти три макета дома. Картина отъезжает? О, еще бы картина не отъезжала. Вон он, блядь. Слушай, точно сосед. Эй, дару. Так, за витриной вижу. Видишь, еще один домик есть. А, он сядет, окей. Его даже не стригерит, что я здесь буду сейчас шариться. Тихо, блядь. Тихо, тихо, тихо. Прячемся, прячемся, прячемся. Ах ты, ёб твою. Он меня не достанет здесь? Так, ломик мне нужен будет. А, здесь стекло, я понял, по-тихому не пройдешь. А это прям кресло, в котором он сидит. Блять, блять, что это такое? Доски эти разбросаны. Так, ладно, мне сейчас нужно просто по-быстрому добежать до витрины, разрезать и хватануть домик, и свалить. О, я знаю, как я это сделаю. Иди сюда. Ага. Пошел нахуй. Есть! У-ху-ху-ху! Спринтуем, блядь, споймал. Блядь, споймал. Ладно, здесь не убивают. Ничего здесь не делают за то, что тебя споймали. Вообще пофиг. Он тем более еще и в кресло сел. Вообще замечательно все получилось. Идем домик забирать. А, стекла везде разбиты. Все, я домик схватил. Блядь. А сейчас он мне домик не оставит. Он, скорее всего, его, ну, выкинул, типа. Блин, скотина, а. Может, просто забежать, хватануть и убежать? И вот так вот. И уходим, уходим, уходим.
Нет. Иди обратно. Иди обратно в свой Сюмеум. Сюмеум свой иди обратно. Это музеем, если что. Это музей, стопудово. Так, у меня есть ломик, кстати. Мне не нужно добывать ломик из витрины. Что это там вообще? Это желтый, походу, нет? Вот он желтого цвета. Угу, все, правильно. Все, два дома из трех уже на местах стоят. Он сидит на месте здесь, да? А, нет, вон он ходит. Осталось разбить ту витрину. Не поймал, блядь. Сочувствую. Прям на меня смотрит. Все, уходим. Ладно, давай посмотрим, может, есть какие-нибудь другие входы в это заведение, скажем так. Может, я смогу где-нибудь с другой стороны подойти? А, я бы смог здесь отковырять доску и сделать себе еще один запасной выход. Так, здесь ничего. Надо осмотреться, понимать, с чем мы имеем дело, где здесь будут какие-то пути отхода. Пути отхода и входа. А, слушай, все окна завешены, то есть ты типа через окна не пролезешь. Поэтому мне нужно было... Там за паутиной что-то есть. Там что-то синенькое, видишь, за паутиной лежит? Все, я срисовал. Я паутину теперь рисую просто сразу же. И чё, и какой смысл? Ключа-то нет у меня. Так, дай мне, пожалуйста, вот это в руки. Ладно, мы не будем сейчас делать это по-быстрому. Мы сейчас это будем стараться сделать по-тихому. Блин, стоит возле витрины. Смотри на него, а. Я сейчас сразу открою эту дверь вторую. А, и там стекло разбито, я не пролезу туда. Ёб твою мать. Блять. Нахуй. Нам это здесь не надо. Нам это здесь не нужно. Не нужно нам это здесь. Мы сейчас дверь еще откроем, у меня будет быстрый путь отступления. Если что, здесь есть еще одна у нас это. Это самое. И отдай, пожалуйста, мне эту хуйню. Вот я себя сейчас ловушку загнал. Вот это я дурак. Надо было убегать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Хорошо, что меня отсюда не достает, да? Ай, вообще просто. Опа. Все, блядь, иди нахер. Я его размотал просто как сыночка какого-то. Ну реально, я... Да, эту штуку сюда. Ставим домик. Все, три из трех дома есть. Ключ какой-то. Сюда, что ли? Да ладно, это отсюда ключ. Ёпта. Дай ножницы. Сейчас мы посмотрим, что вообще здесь можно взять. Это что такое, блядь? Подожди, я вылезу за пределы, осмотрю. Я не понимаю, что это такое. Это что? На что это похоже? А, это лампа! Это, походу, лампа настенная. Как они называются? Бра! И куда здесь можно ее прицепить? Наверх. Ты посмотри, здесь перевернутая комната. Ёпта, точно, она вся перевернутая. А, ну вот. Вот же ее. Все, вот сюда мне это и нужно поставить. И чё дальше? Ну, поставил я. А это можно снять? Нагнуть. Всё, понятно. Вот. Давай на всякий случай эту штуку отковыряю. Мало ли мне придется сюда еще пробираться. Закрыто с той стороны. Спрятаться. Нельзя. А что здесь мне делать? Да я закрою дверь за собой. Ну, мне так спокойнее. Я понимаю, что это бессмысленно вообще. А, это машина! Ну, логично, гараж же там, правильно? И что я здесь делаю? А, что-то лежит, ё. Ключ какой-то. Я нашел какой-то ключ еще. Мне теперь этот ключ, видимо, нужно где-то на втором этаже применить. Чё встал? Сядь, блядь.
Сосямбу сделай. Опа, 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 опа. Я вообще, это просто размотка какая-то. Это просто размотка, понимаешь, я его размотал. Ой, ёб твою мать. Ты чё пугаешь? Опа, иди туда становись. О, меня здесь что ли видит прям? И чё ты сделаешь? И чё ты сделаешь? И чё ты сделаешь? Ничего ты не сделаешь. Я же куда-то даже успел свалить. Вот так. Да, слушай, я профессионал в этой игре. Я становлюсь просто профи. Просто профи. Я понимаю, что надо все эти штуки ковырять, когда они ковыряются. Ну, типа, ковырнул и все, и пошел дальше. Нет смысла останавливаться и смотреть на них. Так, это же комната-то. Блять. О, вот и тачка. Ключа нету. А, мне нужен гаечный ключ. Блять, он за мной, походу, да, идет где-то? И зачем мы к тачке залезли? Смысл какой от этого? Я сейчас багажник хочу осмотреть. Мне кажется, что-то в багажнике будет. Ну, дай только для начала спрячусь. Может быть, в багажнике есть... Подожди, гаечный ключ, чтобы зайти сюда, чтобы выйти из этой комнаты. А зачем мне было сюда приходить? Здесь по-любому что-то есть. Здесь по-любому что-то есть. Я нашел какой-то ключ. Но мне нужно на второй этаж, скорее всего, попасть. Откроется? Да ладно, не откроется, что ли. Не откроется багажник. Ну вы что? Ну вы могли мне в багажник что-нибудь поставить. Тем более у меня ломик есть. Даже если бы он был закрыт. О, а это что? Ручка дверная. А, подожди, может это от багажника? Да нифига. Это дверная ручка от водительской двери. Открыл, окей. Сидений нет. И чё? Мне сиденье сейчас притащить? Мне машину ему отремонтировать? Мне, конечно, все прекрасно, я все понимаю, но... Смысл какой? Подожди, у меня ключ в руке. Это что ли от машины ключ? Нет, это ключ с каким-то сердечком. Дай мне, пожалуйста, что... Это ключ с сердечком, это не отсюда. Хорошо, ладно, я открыл дверь. И чё? Ручник снял. А, поставил ручник. Я не снял ручник, я его поставил. Он затянул же, правильно? А, сосед не сможет уехать. Все, я понял, хорошо. Гаечный ключ теперь надо найти. Надо найти гаечный ключ, чтобы открыть... А-а-а, это от багажник. Это что за хуйня? Голова кабана. Это был не ручник, это что, это багажники так открываются, охренеть, вы чё, кому вы рассказываете, блядь? Это ручник, это не дверь от багажника, она не должна так открываться. Ладно, гаечный ключ мы найдем где-нибудь или нет? Ёпта. Вот хотелось бы, конечно, вот так вот сейчас... Не получится. Гаечный ключ, у меня написано прям гаечный ключ, нарисовано. Где здесь гаечный ключ? Ага, наверх можно залезть. Окей. И смысл? Ничего не видно. Сверху сейчас осмотримся, на полках нигде нету. Здесь нету. Ну все, уходим тогда. Вообще, какой смысл здесь тогда тусоваться? Жалко, я не открыл срез. Мне бы он очень пригодился, конечно же. Блять. Сука. Хорошо, есть безопасное место, ну реально. Мне теперь нужно наверх. А я знаю, как, наверное, нужно попасть наверх. Через ту дверь. Через ту вторую дверь. Там, наверное, ничего нету, чтоб лежало. Он сейчас успокоиться должен. Сесть куда-нибудь, и мы попробуем попасть туда. Пойдем потихоньку. Пойдем? Так, аккуратно. Сука, вот, блядь, это ж ловушка. Твою мать. Я не знаю, что я сейчас буду делать на втором этаже. Он же прям за мной бежит. Прятался. Где моя водичка, блядь? Водичку попьем. Я вижу, вон он стоит. Я вижу его. Давай сваливай отсюда. Из красивого бокальчика всегда приятнее пить. Мне главное, чтобы он меня не поймал, потому что я не хочу... Ходить потом это. Ходить потом опять... О, это... блин, жалко. Как жалко, что это не от этой двери, да? Было бы просто суперски.
Он куда-то ушел. Телевизор. Ничего на телеке нет. Выключи, блядь. Так, сверху есть и желтый провод куда-то ушел. О, подкова. Ручка, нет, это не берется ручка. Откуда у меня этот ключ? Какой-то замок с сердечком должен быть. Ага, я себе открыл какой-то быстрый срез, что ли? Ого, люк. И чё это за люк? Ну, если он сейчас сюда выйдет, я прыгаю. Мне терять нечего, я прыгаю, все. Нет? Не выйдет. По дереву можно куда-то попасть. Да ладно, еще один домик на дереве? И куда я залезу? Еще выше? Ни хера не вижу. Тихо, 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 спокойно, не надо. Блять, все, я падаю. Ну хоть не наглухо, ну хоть не наглухо, серьезно, спасибо и на этом. Смысл вообще от этой ветки? Какой? Кто мне объяснит? Я думал, что это какой-то тоже, опять же, быстрая дорожка туда. Может, я здесь могу как-то залезть? Но я не вижу. У меня все это просто сплошное черное пятно какое-то. Не залазится. Ладно, давай испытаем люк этот, который я открыл. Я открыл там люк. По идее, я сейчас могу где-то снизу залезть сюда. Давай смотрим. Пойдем смотреть. Пойдем смотреть. Вон в этой комнате люк. А, ёб твою мать! Блин, чё закрыто, нахуй, вы чё? Ну, конечно, он меня поймал. Какого хера окно закрылось? Что, мне больше не... Ну, естественно, голову кабана забрал. Опять за нити. И ключ забрал. Вот сука. А где я ключ брал вообще? А чё сейчас открыто? Чё сейчас открыто, блин? Ой, твою мать! Так, ключ я... А, все, вспомнил, где я ключ взял. Я вспомнил, хорошо. Нет, не сюда. Вот мне не нравится. Блин, ловят меня, все забирают. Хорошо, хоть доски он обратно не позабивал. Отсидимся. Отсидимся сейчас. Ага. Он идет за мной. Тихо. Вот сейчас бы гаечный ключ, я бы сразу попал в ту комнату с тем ключом. Но я не знаю, где взять гаечный ключ. А чё музыка громче стала? Я же тихо себе. Не надо здесь, не надо. Это тебе не фазмофобия. Здесь не реагирует на микрофон, блядь. По крайней мере, не должно. Где мне взять... Гаечный ключ. Ушел, ушел, все. Вот понимаешь, если... Вот вон ключ. Вон. Ключ тот, который с сердечком. Вон там он лежит. Ну что, ладно, достанем. Слушай, а представляешь, как чуваку странно? Он живет в этом доме. Он понимает, что кто-то здесь шарится. Он выкидывает его из дома и говорит, пошел нахер отсюда. Но он каждый раз возвращается и опять что-то делает. А что ты дверь закрыл? Иди там проверь в гараже. Блин, пошел бы в гараж проверить, я бы сейчас проскочил здесь. Мне туда надо. Опа. Опа. П, профессионал. Здесь ключ лежит. Вот он, сердечком. Ключ, скорее всего, где-то на втором этаже можно использовать. Поэтому мне сейчас нужно попасть на второй этаж. Мне сейчас нужно попасть на второй этаж. О, не... А где он? Тихо-тихо-тихо. Спокойно. Сука. Ловушка разбросана на полу, блин.
Сейчас я спрячу шкафчики. Я не весь второй этаж еще смотрел, ты это помнишь, да? Мне пришлось отсюда спешно бежать. Скажем так, ретироваться. Я, ну как ретироваться? Я, блядь, залез на ветку, с которой упал. Как бы я не хотел падать. Я думал, это какой-то проход, но это не проход оказался. Все, идем дальше. Так, ну это не мой ключ. Это не... Вон сердечко. И куда-то еще голову кабана надо присрать. Так, здесь тоже есть ловушки. Здесь тоже есть ловушки. Так, туда проход какой-то ведет. Быстро, быстро, быстро. Осмотрели комнату. Ага, ага, ага. А, во, можно что-то сюда кинуть. Блять, он уже здесь. Опять ты меня кабана стырешь, да? Опять голову кинет в подвал. Я слышал, что кто-то плакал, мне не послышалось. Там точно кто-то плакал еще, плюс ко всему. А я могу сюда залезть? Вот так вот. Опа! Блять, открой. Блин. Подожди, 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 подожди. Мне кажется, можно залезть вообще прям наверх. Ну, пожалуй. Ладно, в обход пойдем. Мне все равно нужна голова кабана, блин. Я сейчас давай для начала найду, куда мне ее вообще применить, эту голову. А потом мы будем с тобой... А, вон он на втором этаже. Да, увидел меня. Я по фасту это сделаю. Я сейчас просто найду, куда применить, и все. Тихо, где он? Ага, вон он за мной. Да ладно, если я спрячу... А если я спрячу, получится, нет? Ну, просто ради... На шар. Ну, он же не видел, куда я убежал, правильно? Он же просто увидел, что я пробежал по второму этажу. Мне нужна гиря. Ёпта. Пардонте. Ой, это тупо вообще. Блин, ладно, спимал. Но мне ничего не было. Все, мы сейчас залетаем просто на спринте на второй этаж. Все, я устал. Я устал, сосед, играть по твоим правилам. Играем по моим. Ты где? Мы играем в догонялки. Это теперь не стелс. Это догонялки. Ага, понял. Понял. Я быстрее его. Я его быстрее. Так, голову кабана, наверное, нужно сюда притянуть. Здесь есть рыба, медведь. Какой-то фонарик здесь еще есть. Тихо. Опа, размотали. Размоточка. Там я видел дверь без замка. Окей. Где он? Блиц, поймал. Ладно. Все, я хоть знаю, куда сейчас голову кабана тянуть. Когда знаешь, это уже почти полдела. Мы сейчас сделаем просто вообще... Это наглость будет. Это будет большая наглость. Я же знаю, где голова кабана. Я... Чё от меня ее прятать? Мы сейчас все сделаем тихо и красиво. Иди проверяй, кто там это нашумел. Ага, он опять. Он типа... кто, блядь? Кто нахуй? Подожди. Я нашел только голову кабана. Я сейчас... А там еще две статуи было. Мне нужно где-то голову медведя взять и голову еще кого-то. Все, он проверил. Он проверил, здесь никого нету. Он закрыл дверь сюда. И ушел. Окей. Я знаю, что сейчас делать надо. Ключ мне... Хорошо, я ключ уже использовал. Понимаешь, когда ты используешь предмет, его не надо с собой тягать. Просто размоточка. Сейчас зайдет, проверит, уйдет. А потом нам надо прорваться на второй этаж. Сейчас можно даже спринтануть, реально. Просто спринтануть до кабана и поставить ему голову. И что хочешь делать? Все, пускай выкидывает меня из этого дома, у меня больше ничего не будет. Тихо. Здесь просто на этой лестнице, на второй этаж, где-то есть ловушка. Вот она. И, блядь, ее не пройдешь, к сожалению. Пускай успокоится, пускай немножко посидит. Жалко, что здесь нет такого же индикатора, как коп, который пончики ел. Ну ладно. А ты что сюда ломанулся? Я видел, как он сюда ломанулся. Он же не запоминает, где я прячусь, правильно? Это будет... Ой, он по ловушке своей прошел. Он рядом совсем здесь, справа стоит, совсем рядом. Опять прошел по ловушке, сейчас, наверное, уйдет. Ага, все, пошел. А в смысле он на улицу пошел? Там же нет ничего. Давай потихо, мы сейчас пройдем, там был еще один шкаф, спрячемся. Ну или можем сразу голову кабана поставить на место. Голова рыбы была в перевернутой комнате.
Я видел ее, голову рыбы я видел в перевернутой комнате. Останется только найти голову медведя. Подожди, что там за рисунок? Рисунок, где он кого-то гонит на чердак. Кто-то на чердаке есть. И провод туда этот желтый идет. Такой ярко-желтый толстый провод. Ну, это будет сложно не заметить. Останется только голову медведя найти. Блин, если бы у меня была сейчас с собой голова рыбы, если бы я знал, что она нужна, я бы ее прям воткнул сразу бы. Ну, что ты рядом здесь стоишь? Иди отсюда. Слышно его дыхание, понимаешь? Он прям рядом. Давай, сипас отсюда сделай, блин. Или просто спринтанем сейчас за головой рыбы. По кругу потом оббежим и поставим. Нет? Ладно, давай сейчас по-тихому найдем, где еще одна голова. Я видел вот эту дверь без замка. В смысле? Блять, гаечный ключ. Ёбаный рот. Где мне этот гаечный ключ найти? Да прыгни. Тоже здесь. Прыгни, ёб твою мать. Ай, ладно, хуй с тобой. Я что, не привлек? А, все, привлек. Тихо. Ага. Сосям, блядь. Мы, кстати, можем... Он даже не выходит сюда на крыльцо, поэтому мы можем проверить, где здесь точно висит голова рыбы. Она была на стене здесь. Где, блядь, она была? Ну, мне не показалось, я где-то ее видел. А, ну там мы, кстати, уже срезали паутину, все забрали. Окей. Я просто вижу паутину, мне сразу на нее срабатывает триггер. Я такой, паутину надо разрезать. Тихо. А вон же, голова рыбы, все, на месте. Голова медведя случайно здесь нет? Хорошо. И гаечный ключ где мне еще взять? Вон он на втором этаже чешет. Падла. Он меня может успеть перехватить, я могу не успеть убежать здесь. Откуда он пойдет, с какой стороны? А, он снизу побежал. Ну и дурачок. Ну и дурачок. Ты даже не успеешь увидеть, куда я спрятался. Лох. Как вообще он... А, ну слушай, я хотел спросить, как он вообще смог детей похитить? Ну ладно, это дети, как бы. С его-то интеллектом. Ну, я просто типа... Детей. Пойдем рыбу ставить на место. Ой, я прям вообще бесстрашно, да, сделал? Я вообще бесстрашно пошел. Мне нужно попасть... Мне теперь нужно где-то найти гаечный ключ. Поставь. Окей. Мне теперь нужно где-то найти гаечный ключ и как-то, во-первых, заслонки эти открыть. Во-первых, во-вторых, дверь одну найти. Еще один ключ нужно найти. И как-то попасть на чердак. Где он? Он будет здесь постоянно шараебиться, я не понимать. Ага, слышно, слышу, идет. Ёпта, я прям передо мной прошел. Иди отсюда. Где может быть гаечный ключ? Я, может, где-то его не заметил просто. Я много где сейчас бегал, но я его мог в какой-то комнате не заметить. А в какой? Сложно так представить, понимаешь, сколько в каких комнатах я был, дару. Я здесь пройду, немножко погуляю, да? Не нашел. Ага, ты решил по-умному сделать. Ну ладно. Ай, блин, я уже не успею спрятаться, чтобы он меня не заметил. Мы сейчас будем по кругу здесь бегать. Это догонялки. Он увидел, куда я спрятался, да? Сейчас придет, меня выкинет отсюда. Да, он увидел меня. Зато я нашел дверь, которую мы еще не осматривали. Там была дверь с досками. Этот же дурак у меня не забирает ломик. И как попасть на второй этаж сразу? Не так же просто здесь вот это вот деревце. По нему точно как-то можно залезть. Да, я сейчас попробую посмотреть по корням. Ну, например, на корень я залез. Дальше. На ветку залезь? Да ну, пожалуйста. Нет, нельзя. Потому что единственный, по сути, сейчас путь наверх, это через вот эти ловушки. Ну, ты по-любому по ним проходишь. Они с двух сторон, эти ловушки звуковые, стоят. А что тут такое? Там что-то есть. Видишь, что-то вот такое светящееся, как будто бы? Дай-ка я еще раз осмотрюсь. О, подожди, а что это здесь окно горит? Такое чувство, что туда внутрь можно залезть.
А может, это просто, знаешь, как сделали для красоты? Не, погоди, погоди. Пока я никаких намеков не нашел, что нужно залезть куда-то еще в другой дом. Блять. Не мог пролезть. Пролезть не мог. Осталось найти еще голову медведя. Леса эти все выставлены. Там точно есть лестница вон. Мне кажется, я открою эту дверь и попаду на выше. Окей, поехали. Но голову медведя я так и не нашел почему-то. Голову медведя от меня прячут. Ну, я не все смотрел еще. Рано делать выводы. Рано еще делать выводы какие-то. Если выводы, которые я сейчас делаю, они будут поспешны, понимаешь? Ясно. Просто бежим прятаться. Он увидел меня, он сейчас вниз побежал. Опа. Вон, видишь, он за мной бежал. А все, он меня не видит. Я понимаю, я теперь понимаю, когда он меня видит, когда нет. Вот сейчас, блядь, видит. Нет, все нормально. Вот когда зрение так сужается, как будто бы вокруг появляется такая рамочка черная, значит, он где-то рядом. Типа это страх, я так понимаю, что персонаж наш испытывает страх. Если при этом еще видно вот эти желтые треугольнички, то вообще тогда беда. Тогда беда, тогда он меня еще и видит, плюс ко всему. Тут ловушек нет на полу никаких. Вон, увидел вот эту штуку. Вот тебе подсказка, как-то можно открыть... Где-то можно было открыть вот эту штуку на второй этаж, я не успел рассмотреть как следует. Ну ладно, если он мне сейчас не даст возможность... Залезь выше, блядь. Так мы уже залезли. Я потом, если что, на записи пересмотрю. Я поставлю на паузу, пересмотрю как положено. Подожди, залезь внутрь. Так, вот так. Нихера не вижу. Постой. Это просто какая-то клетка. Да ладно, это клетка какая-то, ты видишь, реально клетка металлическая, с ключом. Тихо. Кто-то плачет же. Охуеть можно, там он реально ребенка там держит. Надо его спасти. Надо спасти этого малого. Ну, слушай, это такая же, типа, подсмотреть что-то можно, но я не думаю уж. Погоди, там есть люк какой-то. Это люк на чердак. Окей, хорошо, понял. Мы еще не попали туда, куда нужно, нам нужно куда-то дальше. Ёпта, слезь просто. Просто слезь, не надо прям таких вот акробатических своих изысков показывать. Но я думаю, что сосед сюда сейчас не выйдет на эту крышу. На эту крышу он не выйдет. Мне нужно найти еще где-то голову медведя. Я не знаю, зачем я это делаю. Я пока не понимаю, что мне это даст. Но это логичные, какие-то логические действия, которые нужно сейчас предпринимать. Вообще, по-хорошему, сейчас бы ментов вызвать и показать. Вон клетка, вон музей, вон сосед. Может, мы что-то с этим сделаем? О, антенна. В таком положении она ничего не показывала. Ёпта, это каждый раз бегать проверять? Там и низ. Вверх. Еще вторая нужна. Надо было включенным телевизор, наверное, оставить и ждать, пока какой-то... Ну, ты нажмешь кнопку, и включится музыка или звук какой-то пойдет. Правда, пока не понимаю, зачем. Хорошо, антенну можно потрогать. Единственный минус, конечно, что чтобы попасть наверх, это нужно опять вот это вот все бегать. Ой, что я звук. Домушник не дали достижения, что? Синхронизация завершена. Это отсылка на Ассасин, что ли? Типа я наверх залез, и мне дали отсылку на Ассасин. Хорошо, спасибо. Синхронизацию завершил. Это самая верхняя точка, походу, в этом поместье, да? Там еще какая-то есть радиостанция. Или не радиостанция. Или телестанция. Так, хорошо, я пока в тупике. Я не знаю, что мне сейчас нужно делать. Я поправил антенну, но, видимо, все равно мне нужна еще одна антенна. Их должно быть 200%. Мне где-то нужно достать антенну. Окей. Она была, кстати, в каком положении? Она была вот в этом положении. Я ее поднял выше. Хорошо. Я знаю, куда она идет. Это телевизор на втором этаже.
А, кстати, слушай, мы же здесь рядом совсем. По идее. Во. Я же сейчас на втором этаже прямо окажусь. Блять. Да хер ли ты тут ходишь, а? Задолбал. С какой стороны побежишь? Ага, понял. Да он меня не видел, правильно? Я все правильно понимаю? Просто к телеку мне сейчас нужно подкрасться, чтобы я мог взаимодействовать с ним. Кнопки всякие там понажимать. Он где-то рядом, я его слышу. Я его слышал где-то рядом, я не мог выйти. Я еще как следует ту комнату не смотрел с сердечком этим. Выходим. Отсюда мне не убежать. Ну, у меня, в принципе, ничего полезного с собой нету, поэтому не страшно. Что это? Да ёпта, что ты дверь не закрыл? Что открылось? Ага, вон вижу. Мне гиря нужна. Не разбивается витрина. Но это значит не то, что мне нужно сделать. А, нет, разбивается. Не успел подобрать. У меня, я знаю, где еще одну взять. Лежит в этом доме еще одна. Это. Может, эту фотку переставить как-то? Она может такая тяжелая, что сработает. О, подожди, пока я здесь. Я ломик свернул. Я вернул свой ломик, все. Если у меня, кстати, с этим ломиком поймает, он просто его отправит обратно на место. Витрину я разбил, хорошо. Что будем делать дальше? Да ёб твою мать, ну как ты меня нашел? Ты чё, Ага. Ладно, ломик мне пока не нужен. Я, в принципе, все пооткрывал, что мог, поэтому... все, достал. Слушай, сосед уже реально... А, и ножницы здесь есть. Ты реально уже меня... Пал немножко. Чуть-чуть, совсем, самую малость. Уже просто все мозги не затрахал. Опять ничего нет. Хорошо, телек переставим. Пошел нахуй. Он прям за спиной, поэтому надо выскакивать из здания. Пойдем переставим антенну на самую нижнюю. Все три канала не показывали. Не получилось. Я думал, раз здесь они дают отсылки на ассасины, то здесь можно попаркурить, но нет. Не получилось. Не получилось, не фартануло. Ну, нужна еще одна антенна. Здесь не хватает антенны. Все, в самый низ переставили. Я не знаю, поможет это или нет. Но будем пробовать. Так, его походу нет здесь. Ловушку обойдем. Пофиг. Нужна еще одна антенна, 100%. А, вот. Сейчас я подожду, пока он уйдет от этой комнаты. И попробую достать эту фотографию. Достать. Может быть, что-то с фотографией связано, может, как-то ее переставить, куда-то поставить. Но вряд ли это как гиря. Блин, вот зря я эту гирю с собой не потянул, да? Была бы сейчас с собой гиря, я бы ее просто поставил и не паль. А может, бегать за гирей? А ведь идея звучит почти разумно. Она не выглядит... Ну, идея не выглядит плохо. Идея выглядит хорошо. Ага. Мне просто надо сбегать в тот дом и взять эту гирю на втором этаже. Чем здесь искать какую-то, ну, тоже гирю. Понимаешь, да? Понимаешь, про что я говорю. Так, дом где? Где-то тут дом этот. Это пекарня была. Это, кстати, какая-то теле... А, это мой дом, наверное, нет? Да, это мой дом с вышкой, я и забыл, что он так выглядит. Так, вот они, стоп. Все, я нашел дом. Коп еще там, интересно?
А, подожди, здесь никого нету. Дверь закрыта, забита, что ли, гвоздями, все. Ну не говорите мне этого, мне нужна гиря. Ага, пончик просто завис в воздухе. А где я эту гирю нашел? Она была за пылью, все за. Во. Хорош. Можно забрать. Вообще прекрасно. Мы сейчас поставим гирю на место. Гиря, если что, тоже бесконечный вес имеет. Вот это тоже гиря имеет бесконечный вес. Я понимаю, что где-то, скорее всего, возможно, должна быть эта же гиря на втором этаже. Ну, ой, не на втором этаже. В этом в музее где-то должна быть эта гиря, где-то лежать. Но смысл? Какой смысл мне ее искать, если я точно знаю, где есть она? Вот она у меня уже в руках. 3 минуты. Да какие 3 минуты? Даже минуты не прошло. Туда-сюда сбегал. Оп-оп-оп. Гирю взял. Сейчас притащим. Сейчас как притащим, как поставим. Как посмотрим, что с этого будет. Ну, я не знаю. А, переворачивается эта штука одна. Мне бы найти еще какой-нибудь быстрый путь наверх, безопасный, было бы вообще просто замечательно. О, это, кстати, не, ну почти безопасно. Сработает, не сработает. Он увидел, где я спрятался, не увидел. Увидел, сука. Гирю хоть не заберешь мою? Она не из этого дома, ты не имеешь... Не имеешь права ты ее забирать! Ха-ха, она у меня, блядь. Давай еще раз спринтуем просто. Где ты? Я не вижу, где он. А вон на лестнице стоит лох, блядь. Все, пошел вниз. Он потерял след. Я не знаю, что мне дает этот значок перевернутый. Я увидел, над кроватью перевернулся. Но мы сейчас проверим. Есть. О, мой лобик, кстати, отдай, пожалуйста. О, фотка пошла. Ой, катсцена. Help me. Че за хрень была, я не понял. А че ты дома опять оказался? Я ж не собрал со второго этажа эту штуку. У меня следующий дом. Я не посмотрел, кстати, ачивку за что дали. Я не собрал сверху эту фигню. Вы чё? Я сейчас вернусь туда. Я не пойду в следующий дом. Я пойду заберу из музея эту. На втором этаже. Я чё, блядь, гирю зря тащил? А у меня спуск прямо сюда? В этот дворик кого-то? Ладно, круто. Окей, хорошо, типа, соседи, один забор, там все дела. Я заберу эту штуку над кроватью. То есть, чтобы завершить эту главу, нужно было просто фотку эту потрогать, посмотреть. Теперь мне надо идти в дом охотника. Чувак там с ружьем стоял, это, ну, это тот дом. Не, погоди. Бля, дверь закрыта, да ладно, ну нет. Блять, закрыты, реально закрыты двери. Сука. Это нечестно. Это нечестно, я хотел попасть. Я хотел забрать эту штуку над кроватью. А теперь, когда получается обновиться глава, скорее всего, все, гири там моей не будет. Ладно, черт с ним. Все, черт с ним. Хренушка, все. Все. На этом заканчиваем серию. Пишите комментарии, пишите советы, можете писать. Спойлеров много не надо, так, если я где-то что-то пропустил. Чуть-чуть подсказочек, но не обязательно. Я как бы, как видите, я тут вообще как орешки щелкаю эти загадки. Нехуй тут разгадывать. Спасибо, что досмотрел до конца. Я надеюсь, тебе понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся. Всего тебе хорошего, смотрите на самое лучшее. Счастливо, пока и до свидания.